Площадь магазина более 5000 квадратных метров. 22 500 видов товаров представлено здесь. И закупаться в этом магазине можно начать уже завтра. Ровно в 9 утра новый магазин «Лента» откроет свои двери для пермяков на месте бывшей пермской ярмарки по адресу бульвар Гагарина, 65. Мы будем радовать всех покупателей с уникальными специальными предложениями. Вот, более 1500 акций, ценовых предложений будут ждать при открытии магазина. Два входа со стороны бульвара Гагарина и со стороны улицы Патриса Лумумбы. Две огромных парковки почти на 300 автомобилей. Особое внимание в «Ленте» уделяют местным производителям. Близкая транспортная доступность позволяет сохранить свежесть продуктов. Такое сотрудничество смело можно назвать взаимовыгодным. Сотрудничество с такими магазинами, как «Лента», очень полезно. Это большой шаг для нашего бизнеса, для пермского производителя. В период пандемии очень сложное время, заказы, можно сказать, упали несколько, и этот крупный заказчик очень полезен для нас. Открытие таких торговых центров в городе – это польза и жителям, и экономике региона. Есть возможность зайти на полку как крупным производителям, так и небольшим и малым. То есть практически для наших производителей открывается широкое окно возможностей для захода в данный формат. Помимо, конечно же, ассортимента и возможности присутствия на полке, создается практически 250 новых рабочих мест постоянно. И это очень важно для города, для края, особенно в сегодняшнее время. Продукты питания, бытовая химия, одежда и игрушки. Они, кстати, со скидкой в 50%. Все, что нужно каждый день и к Новому году, все есть. Егор Тверетинов, Владислав Рашидов, Ветта 24.